И снова всем здравствуйте. Кто подключится, молодец. Кто думает, что будет подключаться, тоже молодец. И сегодня у нас 11-й день. По нумерологии это связь с божественным. И это все тела вместе, все качества всех тел одновременно. 11-е тело – это такой талант, когда человек может даже находиться в таком состоянии, что а реальность ли это все? Это когда очень такая пограничная цифра 11, судьбоносная для человека, он может немножко теряться между реальностями. Ну и ему же удается, если хорошая практика будет, как вот сегодня у нас было на занятиях, ему легко удастся соединиться со своей собственной бесконечной составляющей. Мы сегодня здорово расширяли сердечный центр после того, как очень хорошо активировали пупочный центр. И действительно, одно является базой, основой для того, чтобы пошло что-то более такое тонкое. Ну и раз заговорили о тонком, начнем. У нас с вами задача подсоединиться к потоку учения. Для этого мы каждый раз начинаем с того, что усиливаем свою тонкую составляющую, тонкое сияющее тело. И мы это делаем, машем, махая руками. Выстраиваем свое положение. Я на своем троне в салазках чуть подальше. Ладони вверх, руки опускаем вниз. Дышим только через круглый рот, напряженные губы. Вдох наверх, левая ладонь сверху. Выдох вниз. Каждый раз мысленно произносим мантру «Хар». Следите за своим ритмом, за своей силой движения и попробуйте почувствовать, что ваши руки действительно проходят через что-то плотное. Не только просто воздух гоняет, но есть еще и ваши собственные энергетические поля, и вы можете это почувствовать своими руками. Почувствуйте, что внутреннее сияние ваше как будто раздвигается. И начнем.
Вдох. Приплетаем все пальцы, вывернули ладони наверх, вытянулись, растянулись и начинаем прогибы влево-вправо. Выдох, снова вдох. Растянулись наверх изо всех сил, прогибают поясницы. Выдох. Снова вдох. Вытянулись, прогибы. Выдох. Снова вдох. И расцепите ладони и позаставьте руки планировать, очищая ваше сияние, делая его ослепительно ярким. На выдохе медленно опускаем руки. И складываем ладони на колени. Расслабьтесь. Почувствуйте свою тысячу солнц, которые вы пробудили в этом упражнении. Сделайте глубокий вдох. И с выдохом почувствуйте, что действительно ваше сияние расширяется. И свободный вдох. Хорошо. Ну что, зарядили батарейки? Сделали свое сияние солнечным? Хорошо. И сейчас мы будем работать с нашей медитацией. Складываем ладони в Гьян-мудру. Ладони соединены. Удерживаем большой и указательный пальцы соединенными. Образовали своеобразную чашу, которую вы будете наполнять потоком. И постепенно вы станете полностью этой чашей. Почувствуйте этот процесс как заполнение. Позвольте всей мудрости втекать в вас, в каждую клеточку тела, активируя вашу собственную мудрость, которую вы на самом деле никогда и не теряли. Сложили. Смотрим на кончик носа. И помним, от 3 до 5 повторений на одном выдохе. Слушайте свой поток звука. Станьте бесконечным звуком. Ом намо гурудев намо гурудев намо гурудева 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 Om namo gurudev namo gurudev namo gurudeva 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 Om namo gurudev namo
Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudev, Namo Gurudev.
Свободный выдох. Да, макушку мы раскрутили. Будь здоров как. Сильно. Все сильнее и сильнее получается практика. Все глубже и глубже процессы. Сейчас бы еще некоторое время молча посидеть. И у вас есть эта возможность. Вы просто понаблюдайте за собой. Просто будьте в ощущениях. Что-то мы запускаем. Что-то происходит. Хорошо. Мы уже сделали больше 1/4. И мы приближаемся к равноденствию. На равноденствие мы в йога-клубе будем делать часовую медитацию, где также будем работать на энергию гуру, ту самую энергию, которая ведет от неведения к истине, от темноты к свету. Хорошо. Спасибо за ваш поток, спасибо за ваше участие. Садхана. До следующих медитаций, до следующих встреч.